Смотрится ненадежно. Да. Смотри, свежие следы. Они здесь были. И следов очень много. Не будем спешить. Черт! Вот так. Это что такое? Наверняка люди Надина. И хлебом не корми, дай что-нибудь взорвать. Но взрывать здесь просто тупо. Ну да, они тупые. О-оу. Еще батарейки есть? Да, да. Только они на дне океана. Знать не хочу. Не собирался. Оу, оу, стоп. Что, тут ловушка? Похоже. Но самые остальные как-то перебрались. Пойдем по их следам. Все бы ничего, но что же они так скрипят-то? Только не ходи туда, где нет следов. Чего? Просто не хочу, знаешь ли, взлететь на воздух. Все, можно расслабиться. Елена, смотри, тут след обрывается. Они туда вошли, и потом случился обвал. Эй, нам надо тут расчистить проход. Да. Ну вот. Поищем другой путь. Еще немножко. Черт. Давай. Черт. Эй, зажигалка Сэма все еще у тебя? Да, отличная мысль. Давай. Давай, давай, давай. Ну, конечно, она пустая. Пока плыли сюда, он же дымил, как паровоз. Расслабься, у меня спички есть. Правда? Конечно. Вот так. Прости. Секунду. Привет. Иди сюда. Это моя голова. Споткнулся. Сюда. Хорошо, что ты подготовилась. Ну, кто-то должен был. Ладно, пойдем дальше. Романтическая атмосфера. Странные представления о романтике. Есть такое. Многообещающе. Подсадить? Да. Давай. Ну, поехали. Так, залезай. Спасибо. Осторожно. Да. Себе. Что это такое? Жуть какая. Руки, что крали у меня. Да он уже даже не прикидывается вменяем. Мне здесь не нравится. Мне тоже. Пойдем отсюда.
Смотри-ка, тут висельные клетки. Это клетки. Чего? А это вот клетки. Да ладно. Да. Слушай, никто не любит, все знают. Клетки. Стоп, это что? Ты как? Живая вроде. А что это? Ловушка. Эвери не хотел пускать сюда посторонних. Смотри под ноги. Я? Это ты на нее наступил. Ну? И под мои тоже? Черт! Нормально? Вроде бы да. Наверное, лучше к ним не подходить. Ага. Черт! Ты живой? Да. Ну, теперь мы знаем, что там так бабахнуло. Неудивительно, что тут столько завалов. Тут сколько. Господи. Еще одна экспозиция. Черт. Опять взрывающиеся мумии. Черт! Все нормально? Да, но... Теперь там не пройти. Класс. Не взрывайтесь, ладно? Ты только осторожней. Нормально. Ничего. Жаль, беруши не захватил. Я не кричу. Нейт, осторожней. Ага. Прямо древний Египет. Только в этом случае мумификация не была, ну, добровольной. Ну, вот и следы. И они ведут сюда. Будь готова к драке. А, не привыкать. Это был сарказм, да? Нет, успокойся. Сама успокойся. Внимательные ребята. Ну где же Сэм? Найдем.
Елена, прячься! Какая-то польза от этих взрывных мумий. Возьмем сигнал. Рты, что хулили меня. Чем же этот псих елку наряжал? Следов нет. Они идут другим путем. Попробуем их догнать. Ну, привет. Эй, обошли кругом, значит? Похоже. А тут была драка. Люди Тью против людей Эвери. Это ключ. Смотри, записка. О, да. Это Тью написал. Это ключ от выхода. Хорошо. На обороте какие-то символы. Ну, поищем замок. Приехали. Живой!
что, будешь взрываться? А ты? Вот уж кто не доверял людям. О. Уже не так жутко. Хоть костей нет. Все равно жутковато. На 3 балла из 10. Да все 4. 4? Угу. Да, явно идем вниз. Так-так, очередная западня. Ага, и следов тут нет. На этих столбах такие же символы. Ты объяснил своим, как обойти ловушки. Начало хорошее. Следуй за мной, ладно? Только осторожно. Я всегда осторожен. И это говорит человек, который взрывает вокруг себя все мумии. Ну, все-таки с мумиями я пока человек неопытный, правда? Пока неплохо. Постучи по дереву. Не рискну, вдруг ловушка. Все, порядок. Вот так, Эвери. А вот как мы выберемся. Ох, это останки команды Чу? Похоже на то. Эвери вообще любил показательные казни. И показательные взрывы мумий. Ага. Лучше смотреть под ноги. Скважина. Ключ. Стой. Вдруг ловушка. Ну, выбора-то у нас особо нет. О, Господи. Но, чую, все будет хорошо. Да? Давай. Ладно. Нас хотя бы не разнесло на кусочки. Черт. У тебя случайно нет ножа? Нет. Но у того парня есть сабля. Ну-ка, помоги мне. Huh?
Спасибо, капитан Эвери. Прямо как раньше, а? Елена. Елена. Эй. Эй. Елена. Елена. Мой герой. Ты прикалываешься. Что? Это не смешно. А что ты мне сам-то устраивал? Черт, до меня чуть инфаркт не хватил. Дай послушать. Просто музыка. Ты в курсе, что мы теперь квиты за все, что я вообще сделал? Да, за все. Нет, даже близко нет. Ты весь в грязище. Знаешь, у тебя странное представление о романтике. Да, да, где-то я это уже слышала. Прекрасно. Поговорили. Это наверняка Сэм. Пошли.